Вышли мы с вами на мой профиль в альт-клубе. Вот посмотрите, видите, добро пожаловать, Ирина Смирнова, вот альт-клуб. Что я делаю здесь дальше? Я через альт-клуб должна купить инструмент, заказать инструмент, будем говорить так. Итак, я спускаюсь вниз, и вот здесь у меня с левой стороны в сайдбаре есть такая белая кнопка, которая называется панель управления. Кликаем на эту кнопку и получаем 4 ссылки. Выбираем ссылку «Кабинет партнера». Кабинет партнера дает нам возможность выхода на определенные странички, на определенные ресурсы. Для нас сейчас важны инструменты для бизнеса. Кликаю вот на эту плашку. У меня открывается ссылка, которая сообщает мне о том, что данная страница с инструментами для бизнеса будет открыта в новом окне. И просит моего согласия на продолжение работы. Естественно, я кликаю «Продолжить». И попадаю в магазин с продуктами и инструментами. Здесь продаются все продукты. Наш продукт InBlock, наш инструмент находится в правом нижнем углу. Вот здесь конкретно написано, что стоимость его ежемесячно $8. И мы с вами сейчас его заказываем. Кликаю на кнопку «Заказать». У меня открывается страница заказа. Что я здесь могу выбрать? Первое, что я могу выбрать, это платежный цикл. Я могу оплачивать свой заказ ежемесячно, я могу оплачивать его ежегодно. Ежемесячно я буду платить $8. Я вам скажу, что эта сумма очень и очень такая комфортная, если учитывать то, что при возникновении всевозможных технических сбоев вам будет помогать техническая поддержка, даже, собственно говоря, и не спрашивая проблем ваших, они сами будут эти проблемы решать. Ежели мы выбираем платежный цикл ежегодно, то стоимость продукта снижается. За 12 месяцев вы платите $80. То есть 2 месяца у вас бесплатно. Сейчас я выбираю платежный цикл ежемесячно. Вижу, что сегодня к оплате у меня $8 и кликаю на кнопку «Продолжить». На этой странице мне предлагаются способы оплаты. Я могу оплатить кредитной картой, я могу оплатить Киви кошельком, могу оплатить через Робокассу и последняя оплата – это WebMoney USD. Я сейчас выбираю способ оплаты кредитной картой. Для того, чтобы завершить заказ, мне необходимо заполнить собственные данные. У вас нет аккаунта в системе, поэтому вам необходимо заполнить поле имя, фамилия, вашу электронную почту, создать пароль и подтвердить его. Номер телефона и скайп заполнять не обязательно. С правой стороны в этом поле вам необходимо заполнить свои адресные данные. Далее вы проходите по вот этой ссылке «Условия предоставления услуг», изучаете документ. Если вы с ним согласны и вы его принимаете, то вот в этом чекбоксе вам нужно поставить галочку. После этого вы переходите на кнопку «Завершить заказ» и следуете предложенным действиям. На вашу почту приходит письмо, которое называется «Счет для клиента». В этом письме вам сообщается метод оплаты, номер счета, сумма к оплате и срок оплаты. В нижней части письма есть ссылка для выхода на клиентскую панель с возможностью оплаты. Следующим письмом у вас будет письмо о подтверждении оплаты счета. Здесь вам будет выдан ваш технический домен, будет указано, что статус оплачен. Вы должны обратить внимание на то, что письмо служит официальной квитанцией для этого счета. В этом письме будет дана информация о том, что в ближайшее время ваш аккаунт в инструменте InBlock будет создан, и вы сможете с ним работать.